кидай. Да! Сцепление! Я не могу вообще. Не вот это вот... Едьте, я передачу выбил, обратно тыкает. Едьте, пиздец. Забей, можно открыть. У меня, я вот по этому маршруту, который... Они там еще пристреливают. Так что аккуратно. Там, кстати, странная пристрелка. Командир не может стрелять со своего пулемета, а стрелок, ну, боковой может, ну, курсовой точнее. Но у него прицела нет, и там очень странно. Мышки нужно водить. Радист, который ты имеешь. Ну, да-да-да, там да, странно. Как в реальности. Да, в реальности. Ну, не, ну, понятно. Ну, командир-то мог стрелять. Так, мы выезжаем сейчас почти в чистое поле. Они не видят, они нас в лес. А, да. Ясно. И с этого направления, когда я ехал, меня фугас убил. А! Еще раз. А, так я кого-то там разорвало. Да. Ну, мы сейчас обратимся заедем. Да, еще правее. Вот я сейчас здесь вот высажу, скорее всего, и сам поеду в упор, скорее. Давайте я сейчас заторможу здесь. Давай. А, нет, подожди, подожди. Лес дальше. Нет, поехали. Едь. Окей. Едь, так иди куда-то. Нет, там просто лес, я вспомню, что они чуть дальше стоят, по-моему. А нет, машину придем! Ну ты и мразь, вас. А он живой остался. Поиграно. Тупенький. Ты отвлекаешь маневр. Да. Да, фига себе, ничего. Этого куда накинул? Просто куда-то дальше. Ага. А там, видишь, сидят снаружи. И слушают. Зеленый. Ну и пока обстреливают зеленку. Поэтому действительно, с зеленки, по-моему, не вариант стоите. Надо его правее забрать просто и все, и проехать по полю чисто. О, очнулся. Очнулся, да? Да или что-то, да. Я вплотную поеду. Это не та зеленка. И ты уже что же купил? А я-то еще понял, когда на первом домике подъехать, который в этой зеленке находится. Сейчас его, по-моему, на крышу поверну. Да. Да, плюс. По-моему, заметили. А сколько пришило? Наверное, да, сбой. А сколько пришило ему этот? Занес. Ах, хрень. Живучий-то какой. Здесь нормально. А эти катаются. Они не туда поехали, что ли? Они на восток уехали. Это геймплей. А тут же 200-го нету? Да вроде не. Ну он вообще должен работать даже, а спектатор нет. По-моему, он уже в себя не придет. Не знает. Я смотрю на Абрамс, у меня такое ощущение, как будто у них ФПС упал. На самом деле не так. Что с мехводом? А это с радистом. Так же лагает. What is love, baby, don't hurt me. Дети, накопили троих. О, пришел. Да, очнулся, охренел. Офигеть. Они же способ быка растратил, кидаются. Да, у них много пулеметов. Пулеметов у них много, я им давал много. Снарядов мало. А у них, кстати, какая они фугасы? Три, по-моему, да, стреляли уже? Ну, четыре. Последний был. Ну, все, они уже, все. Сейчас БК у них бронебойный. Я мало...
давал приказ. Ну вот одну БК-ху они откидали, вот геномаг. Так что сейчас к ним можно уже подходить, фугасов нет. Они будут бронебойными по людям. Да, да. Ты что обещаешь? Так, эти подъехали, сейчас будут ходить. Антон уже. Ничего себе. Так громко. Там. Залезай, залезай. А что не вяжется? А вот. А что не? Ты за ним остановишь, что ли? Я расслабляю. Да, он меня видит, что рядом включился. Это человек с хавл старят от этой? Почему парень? Я просто отстрелил пулю, ему без разницы. Что ты ужас? Он выжил еще. Два попадания выдержал. Ты издеваешься. А еще он схавал этот попадание. Ты живой что ли, хата? Да. Там у них вон еще парень валяется. Да ну нафиг, винтовкой прям в упор. Стан, умер-то уже. Укроп, нахуй ты вылез.